формы. Выпад влево и стойка на левой ноге, и выпад вправо и стойка на правой ноге. Плавно опускаемся на правую ногу. Левая рука идет вдоль левой ноги. Правая рука поднимает правую ногу. Стойка на левой ноге. Разворот. Стараемся держать туловище, макушку. Чуть-чуть легкий наклон. И выход, стойка на правой ноге. Повторяем это упражнение. Правая рука поднимает правую ногу, левая закрывает пах. Чуть-чуть протяжка, макушка. И левая рука уходит вперед и поднимает левую ногу. И еще раз. Посмотрим это движение и постараемся его повторить. Не обязательно очень низко садиться. Садитесь как удобно. Левая ладонь возле паха.